Началом развития гражданской авиации в Ненецком округе можно считать 1933 год. Именно тогда летчик Михаил Провилов был направлен в поселок Белощелье с заданием обеспечить прием самолетов и создать аэродром. Под его руководством на льду реки Печоры была подобрана ровная площадка и оборудована простейшая маслогрейка для заправки самолетов. После этого в январе 1933 года в Нарьян-Мар начались полеты на самолетах «Сталь-2». Первыми летчиками, прибывшими в Нарьян-Мар, были Вершинский, Голубев, Горелов и Смирнов. В то время самолеты использовались для доставки почты, вывозки пушнины и рыбы в Архангельск. За 8 десятилетий авиаотряд пережил и взлеты, и падения. Самыми тяжелыми для нарьян-марских авиаторов стали 90-е годы. В 91-м году предприятие оказалось на грани банкротства. Начиная с 92-го года стал падать спрос на авиационные перевозки. Транспортная работа в округе при полетах на внутренних воздушных линиях с 91 по 96 год сократилась в 4 раза. Но несмотря на вынужденное сокращение численности, в авиапредприятии удалось сохранить опытных специалистов, инженеров, пилотов и техников. Примером высокого мастерства пилотов служит спасение экипажа теплохода «Яхрома». Он шел из Енисейска в Стамбул и вез лес. Попал в шторм в Баренцевом море. 20 лет назад, осенью, в сложных метеоусловиях и при 9-бальном шторме, экипаж вертолета Ми-8 поднял на борт вертолета моряков тонущего теплохода. Экипаж предпочел побороться за живучесть корабля и остался на корабле. К сожалению, приблизительно в 20 часов вечера дали команду опять СОС. И в составе экипажа Афанасьев, я, второй пилот Осипенко, Сергей, Цываш, Виктор Иванович, бортмеханик, инструктор, Аксенова Любовь Александровна, Терентьев Владимир Владимирович и Дуркин Владимир. Это два спасателя, которые были подготовлены для этой работы, вылетели на спасение и сняли 13 человек при нелетном прогнозе в штормовых условиях. За это экипаж и работники авиапредприятия, проводившие аварийно-спасательные работы, первыми в России были награждены орденами мужества и медалями. В начале 2000-х началось увеличение объемов перевозок пассажиров, почты и грузов на воздушных линиях. Это было связано со стабилизацией экономического положения и повышением жизненного уровня жителей округа. Активизация работы нефтяных компаний на окружных месторождениях сразу сказалась на увеличении объема авиационных работ на вертолетах Ми-8 и Ми-8 МТВ. Выросли пассажирские перевозки, увеличилась перевозка грузов. Сейчас в Нарьян-Марском объединенном авиаотряде работает около 800 человек. Летный отряд состоит из 8 экипажей Ан-2 и 30 экипажей Ми-8. Борис Сыровенко – старожил и самый опытный пилот авиаотряда. В небе налетал 25 тысяч часов. Если перевести эту цифру в года, то получится почти 3 года беспрерывного полета. И все на Аннушке. Эти так называемые рабочие лошадки авиации – одни из самых надежных воздушных судов. Правда, не самые комфортабельные. Да, пассажиры говорят, они устали летать 5 часов без удобств всяких. Ну, какие удобства? Водички попить. Вы до Архангельска летите 1 час туда, и за это время успеваете и водички попить, и чайку принесут, да? А тут ничего. Бедные люди. Бедные пассажиры. Обновление авиапарка – одна из наболевших тем в Нарьян-Марском авиаотряде. Сейчас на линейке предприятия 6 самолетов Ан-2, 2 из них в ремонте, 4 постоянно в небе. Заменить Аннушки и рады бы да нечем. Авиапром ни отечественный, ни иностранный не может предложить достойную замену этому самолету. Поэтому мы рассматриваем основным – это вопрос ремоторизации. То есть на самолет Ан-2 будет ставиться новый двигатель газотурбины, который имеет практически 10 раз больше ресурсов. Лучше тягу, лучше экономичность, а самое главное, он будет работать на авиакеросине, который в 3-4 раза дешевле, чем авиационный бензин. А внутри вот кабина и салон Ан-2, может, как-то его можно улучшить, чтобы людям было комфортнее летать? Ну, на сегодняшний момент мы уже несколько машин оборудовали шумоподавляющей обшивкой внутри, она и утепляет самолет. С постановкой газотурбинного двигателя улучшится комфорт, по крайней мере, зимой будет гораздо теплее. С вертолетами дело обстоит лучше. В авиапарке 16 рабочих вертолетов Ми-8, еще один в ремонте. Кстати, обновление требуется не только авиапарку, но и ремонтным ангарам. Так, к 2016-2017 году планируется построить современное здание для хранения и ремонта воздушных судов. Разработкой проекта занимается профессиональная московская фирма «Аэропроект», которая, кстати, создала макет для облицовки здания аэровокзала. К октябрю этого года Нарьян-Марский аэропорт преобразится в сине-бежевые цвета.
Прежде всего, это внешний антураж, это облицовка керамогранитной плиткой. Вы видите, за нашей спиной как раз делают утепление здания, и поверх этого утепления будет наложена керамогранитная плитка. Помимо этого будут витражи закрывать окна. Также в планах возведения международного терминала. Он необходим, чтобы выполнять полеты на морские буровые установки. Они расположены в пограничной зоне, и сейчас, чтобы попадать на морские платформы, необходимо проходить погранично-таможенный пункт. С появлением международного сектора полеты на эти объекты можно будет совершать прямо из Нарьян-Мара. Вот в этом углу между павильоном выдачи багажа и зданием мы вот планируем здание построить международного сектора, куда уйдет, в общем-то, и зал официальных делегаций, зал для бизнес-пассажиров. Таким образом, международный терминал поможет разгрузить и расширить зал ожидания для пассажиров эконом-класса. К тому же все здания в авиагородке будут расположены в непосредственной близости друг от друга. Сделать небесный причал окружной столицы современным и удобным для всех – главная цель руководства авиаотряда. Первые шаги к этому уже сделаны. Так, к началу лета в аэровокзале появились новые стойки регистрации с модернизированным оборудованием. На него потратили порядка 12 миллионов. После того, как появились новые стойки регистрации, процесс оформления багажа значительно упростился. Если раньше это все делалось вручную, то теперь… Теперь с помощью транспортировочной ленты багаж доставляется прямо к машине, которая уже непосредственно отвозит его к самолету. Также в планах построить современный контрольно-пропускной пункт вместо имеющейся будки. Что касается взлетно-посадочной полосы, пока на ее реконструкцию у авиаотряда нет полномочий, так как она принадлежит Министерству обороны. Но особого ремонта взлетка пока не требует, а посему можно сказать, что в скором времени воздушная гавань заполярной столицы станет предметом гордости горожан, ведь, как говорится, встречают по одежке.